Всем привет! Мы снимаем очередную аквамозаику от производителя на этот раз Хоко. Аквамозаика жемчужина. Написано, что тут 1600 элементов. Мы еще не знаем. И вот тут уже кто-то, вот, по-моему, уже сделан. Открывай. Кто это? Я не знаю. Похоже на птичку. Птичка какая-то, да. Это, наверное, как образец. Вот в такой на упаковочке. Что у нас тут написано? Аквамозаика Хоко Перлина. 1600. В описании также на сайте было написано для детей от 4 лет. Ну, сейчас раскроем, будем смотреть поближе. Вот какие яркие цвета здесь. Мы открыли этот чемоданчик. Потом идет вот такая книжечка с разными рисунками, что тут можно сделать. Много всяких полей, вот для зайчика, для звездочки и так далее. Вот такие карточки тоже с предполагаемыми уже элементами сделанными. Это для чего, не знаю. Это надо будет инструкцию почитать. Пшикалка, пинцет и вот вышкребатель. Еще какая-то штука. Тоже не знаю зачем. И вот инструкция. Крупным планом. Ну, сейчас мы будем читать. И уже попозже сделаем. Вот что мы сделали. Медвежонка и звезду. Мы решили сильно там долго не сидеть. Это так, пробное, чтобы посмотреть, как оно выйдет. А потом уже будем узоры делать. Набрали водички. И сейчас будем запшикивать. Давай, хорошо их пшикай, чтобы они аж смочились конкретно так. Клеевая основа, чтобы размокла. Так, Миша есть, поплыл, теперь звезда. Не наклоняй, а вот так вот. Ага. Вот. Ну все, теперь ждем полчасика. И потом вам предоставим результат. Ну вот наши поделки. Пришлось нам ждать дольше, чем полчаса, потому что мы много воды набрызгали туда. И они долго высыхали, скажем так. Ну, все-таки мы дождались, думали, что не получится, но они получились. Вот мы их уже отсюда извлекли. Вот получилась такая звездочка у нас. И вот Мишка. Вот можете вы даже видеть, что вода вот с клеем растеклась. У нас немножко, наверное, мы все-таки много воды добавили. И вот там прям видно, как она внизу таким слоем клеевым застыла. Вот здесь у нас как бусинки получились, а с этой стороны вот как немножко прижато. Можно сделать брелочки. Так же самая звездочка. Вот с этой стороны она немножко не такая. Ну, теперь мы уже знаем, что много воды не надо наливать. Рекомендуем этот наборчик. Там еще очень много осталось у нас бусинок. Будем делать все, что захотим.